Министерство внутренних дел России решило контролировать сотрудников ГИБДД. Госавтоинспекторов в течение ближайших нескольких лет предлагают снабдить множеством электронных приспособлений, призванных, как заявляют в руководстве ведомства, значительно упростить им жизнь. Теперь с помощью различных технических новинок, от видеокамер и регистраторов до планшетов, каждый шаг дорожного инспектора будет записываться и тщательно анализироваться. Предполагается, что это избавит стража порядка от привычки останавливать автомобили без всяких оснований, выдумывать протоколы о штрафах и невежливо общаться с водителями.